Тут еще одно дельце в таком шикарном доме. Посмотри, посмотри. А, да подожди, мне надо встать с другой стороны двери. Чтобы спрятаться за стеной, нажмите И краткое. Подожди, а дальше что? Ну здесь уже как в Мафии 2 немножко мне это. Дайте мне подействовать. А, вот. Да он живучий такой. Ну что, андроид что ли? А, все. Ага, вот там еще один. Этого не подстрижешь, глянь-ка в окно. А как в окно-то мне глянуть? Подожди, мне скажут? Чтобы двигаться, не покидая укрытие, нажмите Ф и Б. Ф и Б. А. Ну видишь, я сначала как бы прицелился, да? Ф и Б. Да почему? Есть, на тебя можно положиться, Ника, братуха, прикрой меня. Так, чтобы покинуть укрытие, нажмите И. Покидаем. Зайди вместе с Джейкобом в дом. Шикарно. Подожди, это свой. Так, хорошо. Аптечки вызов... А, еще и аптечки есть. Хорошо. Я собираю тогда пушки. Джейкупу я ничего не дам. Пушка. Так. Аптечка, аптечка, аптечка. О. А где их можно так-то в частной своей жизни их находить? Кухонный гарнитур тут просто. Блистательный. Просто кухня Мария. Ну что, пошли. Так. Ну-ка давай сюда. Видимо, мы уже все сделали. Просто мне интересно по дому погулять. А сюда могу? Нет. Блин, тут многоквартирный дом, реально. Этот за мной идет. А, ну, не настолько и многоквартирный. Так, а в эти двери я тоже попытаюсь потыкаться, может, пустят. Нет. Ну, как бы подъезд, понятно. Понятно, что двери в квартиры закрыты. Кто нас тут, собственно, ждет? А здесь что? А здесь просто у нас под лестницей что-то, какое-то помещение, ладно. Не помещение, а просто некое место. Так, трупы валяются. Ну, короче, торчков мы побили. Ну, вылазим тогда что? Давай еще последний разок взглянем, что тут. Ну, тут видишь, какой простор. Простор, рамстор. Тут какие-то нигеры на фотке. Вылазим, пошли. Значит, у нас уже пришло время сохраняться. Что ж, я вполне доволен. Пойдем, пойдем. Интересно, можно будет вернуться в этот подъезд или нет еще потом. Я думаю, что еще какая-то разборка. Так, поздняк уже метаться, вези нас обратно в кафе. Так, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот, все, я... Так, полиция не обратила внимания на ДТП. Полный узор, прочнее всего остановил, верность непростая штука. Да. В этих диалогах очень, конечно, много мудрости. И перевод, слава богу, тоже хороший. Просто очень адекватный. Так, у меня нагрелся компьютер, так что сейчас я сохраняюсь. И все.